2 января. Сухум. Полупустые новогодние улицы города отданы во владение туристов. Большие группы из гостей нашей республики приходят именно сюда, на Брехаловку, куда и ведут все дороги Сухума. После предпраздничных хлопот, волны корпоративов, шумной встречи долгожданного 2015 года сухумцы приступили к главной январской традиции – походам в гости. У столицы же открылось второе туристическое дыхание – зимнее. Оказалось, что местом для празднования Нового года многие выбрали именно Абхазию. Поводов тому множество. Условно говоря, мы приехали в 11 часов 31 декабря. Мы очень долго ехали на машине. Хотелось к морю. Хотелось в тепло, дождь немножко подкачал. Здесь были, я здесь был раньше, до войны. Поэтому вот, собственно говоря, выбор пал на Абхазию. Ну, потому что у вас тепло, у вас очень радушный прием и очень интересно. Несмотря на то, что шел дождь, у нас в Ростовской области сейчас минус 20, лежит снег. Поэтому для нас здесь очень тепло и очень уютно. Сейчас у нас обзорная экскурсия по Сухуму. Мы были в ботаническом саду, мы были у обезьянок. Вот сейчас будем бродить по вашей набережной, наслаждаться вашей культурой, вашей красотой. У вас очень красиво, очень тихо, очень спокойно. Приедете к нам еще? Обязательно летом. Приехали к друзьям в Сочи, поэтому решили посетить эту страну. Вот, нам все очень понравилось. Архитектура очень красивая. Здание. Природа, самое главное, горы. Вот. Мандарины растут. Одну из туристических групп мы застали за традиционным обрядом. Гости нашей республики пили кофе на Брехаловке. Мы вообще наслаждаемся пребыванием здесь. Вот. Погода нас совсем не смущает. Природная плохая погода. Вот самое главное настроение. Настроение у нас хорошее. Очень доброжелательные люди. Да. Вот прям на улице останавливаются молодые люди, с нами разговаривают, нравится нам, не нравится. Предупреждают, как себя лучше вести, чтобы у нас было хорошее впечатление. В общем, город очень гостеприимный. Конечно, заметны некоторые последствия вашей войны. Да. А так все очень хорошо. Из культурной столицы России встретить Новый год в нашей республике также приехало немало людей. Все отмечают одно – зимняя Абхазия по-своему прекрасна. Земля Абхазии всегда чудесна. О чем говорить? Интересна природа, интересна старая архитектура, интересно встретиться вот со старой набережной, на которой я уже была. Видели бушующее море, был как раз ураган. Волны просто набегали огромные на берег, и нам нравилось, как они шуршат, они гремят, как гром. И даже слышно ночью было, и в нашей гостинице, как шумит море. Русский драматический театр продолжил показ попурийного детского спектакля «Кто поедет в Новый год». И после полудня набережная наполнилась счастливыми детишками, которые вновь встретились с любимыми сказочными героями. Новым годом! Сухумская набережная неповторима. Она выражает дух города, вовлекая и заражая своим магнетизмом каждого, кто сюда попадает. Второй день 2015 года для Сухума прошел так же, как и для его жителей. Город принимал гостей, поздравлял с праздником и, несмотря на плохую погоду, своей гостеприимностью и дружелюбностью, обещал, что все будет хорошо. Элеонора Гилоян, Сасрыкуагуха, Абаза ТВ.